Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, давай-ка заберем с тобой награды, которые я уже успел сделать. Так, сделочку. Давай-ка посмотрим, что у нас там по сделке. На 49 тысяч еды не хочу. Это тоже не по мне. Еда на монеты. Ну, у меня нет столько... У меня нет столько еды. Очки доверия на монеты. Опять же, не хочу, ребят, очки доверия мне нужны. Хищное растение. Вот это, наверное, можно поменять. Давай сделаем сделку. Так, и здесь. А здесь что? Здесь ничего. А, еще будет доступно только через 6 часов 26 минут. Все, я понял. Ладно, главное мы сделали. Так, награду забираем. Использовать 3 ускорения, собрать 3 мода. Блин, эти моды еще. Давай начнем с того, что... Какие у нас события? Ух ты, землетрясение. Че, 2 землетрясения? И битва за выживание плюс монстры биокупола. А что за монстры биокупола? Ох, какое интересное событие, ребята. Ну-ка, а кто здесь участвует? Животные. Так, смелодон. Давай попробуем, ребята, сыграть здесь. Смелодон. Значит, здесь я возьму Эриматерия. У Энтотерий. Против него мы возьмем Мамонта. Мегистокурус, это у нас пойдет Уртинотериум. Все, друзья мои, поехали. Надо это событие пройти. Вдруг нам выпадет легенда. Конечно, шанс там, сам знаешь, какой маленький. Так, смелодончик, да, значит. Жалко, мы его, конечно, с удара не вынесем. Но, тем не менее, на. Напоминает какого-то тигра. Саблезубый тигр. Так, кто? У Интетри вышел. Так, ну с ним будет разговор короткий. Мамон, да? В принципе, может с ним разобраться. Причем довольно легко. Но я пока не буду атаковать. Я возьму бонусные очки. Сейчас, наверное, он поменяет вот на... Смотри-ка. А вот это он, кстати, зря сделал, ребят. Раз... Два, три. Очень зря он так сделал. Так, выходит смелодон. У него всего лишь 70 хп. Хотя, если он сейчас все сольет, да, он подобьет мне моего бедного мамонта. Ну, а я подобью с удовольствием сейчас его. Только сделаю я это немножко по-другому. Я сделаю вот так вот. Бамс. И бонусы. Ну что, выходи, Мегистокурус. Шансов ноль у тебя здесь на победу, я тебе сразу скажу, парень. Ноль шансов. Ну что, влупляем 7 бонусных очков и все это в атаку. Сейчас влупим. На тебе. Почти на 7000 урона нанесли. Так, ну что, с первым поединком мы закончили. Причем очень хорошо. Еще второй поединок, но выбирать-то кого мне? Кстати, мы с тобой заодно и сделали задание. Сыграть в канезойской эре за разных. Так, Фараракас. Против этого мы возьмем... А кого взять? Ну, давай возьму шерстистого. Мегатерий. Мегатерий. Ну, здесь можно взять, в принципе, Гасторниса. Не, лучше Келлинкина. Саркастодона. Против него-то кого взять? Амфициона? Я давай вот этого возьму. Ну что, друзья мои, надеюсь, у нас получится. Опять нам не хватит чуть-чуть, чтобы, блин, добить. Что за непруха-то, а? Давай, носорог. Ну, что ты там дергаешься? Фарарак ничего не стал делать. Быть такого не может. Влупляем. Меня обхитрил гаденыш. Он сейчас вот этим вот... Ай-яй-яй-яй-яй.
4 бонусных очка, да? Ай-яй-яй. Конечно, разнесет меня сейчас в пух и прах. Не очень хорошо. Так, он одну оставил при себе, да? Сливаю все. Блин, значит, он сюда переносит. Значит, он переносит сюда. Ему надо будет две атаки. Две у него останется. Ага. Одно бонусное очко у него остается. Ну что же, мы тогда, наверное, сейчас его... Да, мы его, ребята, раскрошим. Ему защита не поможет здесь. На тебе, Саркастодон. Ну что, ребята, прошли. Я очень рад. Я надеюсь, вы тоже рады. Вот единственное, что хотелось бы получить, как легендочку. Ну, дайте, пожалуйста, легендарную карту. Рулетка сейчас будет. И... Да почему, блин, официон? Ну почему не... Эй. Прям вот нет слов. Ребят, ну ты посмотри, ну... Олень есть. Дипротодон. Эндрю Катерий, да? Ну, а мне дают кого? Как всегда, чепуху. Так, игра. Через 3 дня, ребята, у нас... Ух ты! Бананогномиус. То есть, не видел я, чтобы у нас тут рыбы разыгрывались. Так, заберем с тобой награды здесь. Что там гудит? Думаю, что гудит-то все? Кто там хоть? Блин, этого самому мне не остановить. Поэтому я Оуэна призвал. А что у нас на рынке? Я что-то не могу понять. Что-то моргает, А, ребят, да, я забыл. Золотую статую Саламандры же получил. Точно, что я забыл-то? Ставим ее сюда. Вот она. Ай, красота. Красота, друзья мои. У нас есть золотая статуя Саламандры. Потом есть у нас золотая статуя... Я, по-моему, только золотую статую Змеи не получил. Помнишь? Как ее там? Фобия как-то там звали ее. А куда у меня все золотые статуи-то делись? А, вот же у нас еще золотая статуя. Я что-то, правда, не помню кого. И еще где-то должна быть. 3 же статуи у меня, по-моему, да? Ладно, давай заберем, наверное, с собой, что у нас тут созрело. А, Ихтиостега. Ага, забрали, как же. Держи карман шире. Продолжаем. Да ж сколько ты выводиться-то будешь, а? Этот у нас готов. Ага, забираем. Прокачиваем. А могу я еще? Нет, не могу. Он будет, ребята, на 56-й схватке. На 56-м уровне. Только лишь доступен. Не кисло, я тебе скажу, совсем не кисло. Так, а может быть нам здесь... Сколько он требует? 47, давай закончим. Опа. Так, поместить Ихтиостега. Что это там у нас завершено? 3300, блин, ты серьезно? А что завершили мы там? Собрать 3 мода. Блин, давай моды еще заберем с тобой. И принять, блин, ПВП сражение. В любом случае придется, ребята, делать. Давай посмотрим. Чарли, обычные моды. И эти моды нам... Прочная кожа. Давай еще. Так, что нам выпадет? Эх, слабость. Нет, чтобы пак. И еду, наверное, да? Можно теперь немножечко раскошелиться на еду. Давай. Угу, кровожадность. Увеличивает урон на 15%. Все, это задание мы тоже выполнили. Теперь нам нужно будет с тобой еще 3 ПВПшки сыграть. Но это уже будет после. Это будет после. Вначале мы с тобой здесь пробежимся дальше по событиям. Так, землетрясение. Что у нас тут? Рамфоринг. У меня его... И тут Ютораптор. Вы издеваетесь, что ли?
Только для амфибий. Ты серьезно? И я должен драться здесь? А тут только травоядные. Они что, издеваются? Не могу понять. Хорошо. Давай попробуем. Я не знаю, справимся ли мы против фалангозавра. Трындец какой-то. Берем бонус. Он сейчас просто может влупить мне на сколько? На 500. На 600 даже, наверное. И что творит? Раз, два. Так. Сейчас пропустит ход, да? Ага. Ну вот и все, ему крышка, ребят. Тут ему крышка. Давай пробиваем его. И переходим с тобой на второй поединок. На второй поединок и смотрим, кто против нас. Тут уже будет, наверное, два. Два динозавра, скорее всего, да? Два хищника, я бы даже сказал. Это Ютиранус и Сфинакодон. Зашибись. Ну вот, как тут драться? Ладно, возьмем Стегоцератопса. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай возьмем... Уинозавра. Риски офигенные просто. Так, 356. То есть ему нужно пропустить всего лишь... Всего лишь две атаки. И ему крышка, да? Ну, тут еще надо постараться так сделать. Хм. Смотри, человек боится. Опасается он. Опасается мужичок с гармошкой. Ну что, влупим, наверное, да? Отлично. Топку. Так, Сфинакодон. 4. Сколько ему нужно сделать-то? А ему не хватит, ребят. Хе-хей. Ему не хватит нас уничтожить. Ну что, я попробую, наверное, рискну все-таки. Неплохо. Очень неплохо, ребята. Лежит так, отдыхает, кайфует. Так, ну что, травоядники пока рулят у меня, друзья. А теперь анхилодок будет выступать. Это самая мощная травоядная единица, боевая у меня, которая есть. И вот он сейчас пойдет. А тут горгоза... Ох, ёк-макарёк. Раз, два. Так, не так делаем. Раз, два, три. Поехали. Естественно, Стегоцератопс у нас... Точнее, уинозавр будет у нас пушечным мясом. За счет него мы с тобой будем набирать очень много бонусных очков. Так, он решил все-таки бомбануть. Окей. Мы продолжаем с тобой брать бонусные очки. Так, сколько у него? 559 хп. 559 хп, да? Но... Ага. Все, он все слил, что мог, друзья мои, поэтому давай его ушатывать. Раз, так, 559 у него хп. Давай вот так сделаем. Замечательно. Горгозавр, скорее всего, подобьет мне моего апатозавра. Хотя нет, не хватит у него здоровья нас уничтожить. Да я, наверное, бомбану по нему.
Посмотрим. Его крышка. Ну и выходит этот пирораптор. Он замучится меня пробивать. Травояники очень живучие, как видишь, да? Ну что, влупляем по полной программе. И крышка ему. Отлично. Все как нельзя хорошо. Ну, получаем с тобой. В принципе, он мне как бы и не нужен, но события есть события. Мы прошли, мы получили. А, так тут вот, вот это вот хорошо, ребята. Ютара. Слушай, а ютараптор мне как раз, по-моему, и нужен был. Да, друзья мои, ютараптора у меня не было открыто. Или я вру? Ну-ка, подожди секунду. А, ютараптор, блин, я... Ну, не видно, чтобы это был новенький. Я, наверное, что-то путаю, ребят. Так, нам надо еще эволюцию с тобой заказать какую-то. Какую-то. Какую мы можем с тобой эволюцию заказать? Сейчас поставлю на выводку. Кто-нибудь есть у меня из новеньких? Нет? Карнотавра. Мегистотерика, прозух. Пеликаниптерикса я до сих пор не прокачал. Моюазавр. Нет, давай-ка уж мы тогда этого возьмем. О, ихтиостега. Это нужно 6660. Не хватает. Ладно, возьмем нондогазавра. Пускай выводится. Нондогазавры нам нужны. Сколько у нас вообще там, если посмотреть? Ихтиостега, метриоринг. Да, нужно будет еще потом одного. И тогда у нас будет 40 уровня. Но я, знаешь, что думаю? Мы, наверное, с тобой не будем переводить нас. Или будем? Не, не будем. Мы сделаем с тобой лучше 2 30-х. Потому что... Помнишь, я тебе говорил, что нам очень нужно много рептилий для прохождения событий. Мы, наверное, с тобой так и поступим. Сделаем. И то же самое касается диплотатора. Диплотатор у меня где тут шоркается? Один 40 уровня, а другой, блин, его найди сейчас, по-моему, не найдешь. Вот он. А другой 20-го тоже до 30 уровня прокачать, и будет нормально. Причем здесь, ребята, ДНК на саркосуха нужно. И тогда мы сможем сделать из него диплозуха, который будет опупен. Но опять же нужны ДНК. Так, мы с тобой отвлеклись немножко от темы. Давай проходить дальше события. Это у нас амфибии. То есть для рептилий. Так, ну что, против этого, может быть, ихтиостега подойдет? Давай попробуем взять ихтиостегу. Подраться против Рамфхоринха. Я знаю, ребята, нужно будет очень много очков бонусных, чтобы его пробить. Как минимум 3. Но еще нужно подловить его. Так, что он будет делать? Ха. Ну что, бомбанем. Есть. Отличная ихтиостега. Бомбанули. Так, переходим на следующий поединок. Смотрим, кто у нас будет. Ух ты, Диморфодон плюс Аэротитан. Ого. Возьму, наверное, вот так. И вот так. Люто, конечно. Тут ничего не скажешь, ребят. Если я пропущу... Ну, две атаки я еще могу пропустить. Две. Две допустимо. На третью, скорее всего, мы отдуплимся. Поэтому нужно быть аккуратным. Смотри, не стал атаковать. Угу. Трать все, а. Да что ж ты будешь делать?
Ну что, друзья, я, наверное, рискну все-таки. Да-да-да, хватает нам за глаза. Фух, аэротитанчик. Ого, 308 у него к атаке, ничего себе. Так, ему нужно сделать две атаки, две остаются у него в запасе. А он три тратит. Одно очко действия у него остается. Слушай, а так ему крышка. Подожди, 138 до 138. Да, ему крышка. Все. Второй поединок тоже у нас прошел отлично. Друзья, остается последний, третий поединок. Если мы его отыгрываем очень хорошо, то забираем опять же награду. Так, давай смотреть. Лимноринг последним идет. Слушай, не так мы сделаем. Вот так вот. Капразух. Конечно, слабый, очень слабый, ребята, но нам надо набирать с тобой очки. Нам нужно набирать с тобой очки для того, чтобы уничтожить их всех. Ха. Хитер, братан. Давай, 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 сфейливай все с себя. Три. Отлично, ребята. Значит, очко одно бонусное он оставляет себе. Получается, нам нужно ему прописать на одну атаку больше. Наверное, это предположительно, ребят. Вот так я сделаю. И вот так. Хватило. Давай следующего. Давай следующего. И что там у нас получается? Что он будет делать? Отлично. Одну очку действия он оставил себе, да? Раз, два, три. Раз, два. Тоже в топку. А вот с этим уже будет поинтереснее. С последним. А, так у него атака не настолько. Я думал, он будет намного мощнее. Единственное, что ХП у него, да, побольше. В общем, если он сейчас пробить даже не сможет. А я влуплять буду. По полной программе, друзья. И, по-моему, ему крышка. Вот и все. Ну что, награда наша получается. Мы забираем, я так понимаю, пак опять же будет. Так, точно. ДНК, 100 баксов, пища и рамфоринг. Плюс 130 очков доверий. И как раз у нас 6000, ребята. То есть 4000 мы с тобой получаем чистое золото. Только для обычных. Ну что, пойдем за хавчик теперь подеремся -то тогда уже, да? Ну что, я думаю, что здесь для начала возьмем... Да, я думаю, стегоцефала будет достаточно. И плюс... Аргентинозавра. Блин, стегоцефал 20 уровня. Ай-яй-яй. Ладно. Если я его бомбану, то получится ерунда, да? Он, скорее всего, сейчас поменяется. Твою де... Ты смотри, что творит, а? Вот же, гаденыш несчастный. 40 уровня, что-то я опять же этот момент прозевал, друзья. Пам-пам-пам. Так, и в бонус возьмем. Так, этого в топку. Сколько, интересно, майонгозавр? 129 плюс 129, это 200. Ох, все, нам крышка. Чё-то я как-то паршиво тут сыграл, если честно. Вообще паршиво. Взял что-то, какого-то стегоцефала зачем-то взял. Зачем он нужен был здесь, такой слабак? Ладно, ничего страшного. Сейчас отыграемся, не волнуйся. Делается это вот таким вот образом. Я мог бы взять топовых своих
динозавров, но я оставлю их на самое вкусненькое. Здесь сразу укусик сделаем с тобой, чтобы он тут не хрюкал. Все. Пускай она там меняется на кого хочет. Пробить ты нас не сможешь, парень. Давай, давай. Шепчи там, что хочешь. Мы меняемся. Меняемся с тобой. И берем бонус. Ну и что? Вышел ты довольный. Ну все, и крышка тебе. Лимносцелис, добро пожаловать. Выходи на арену. Раз, два. И вот так. Адьюс. Аланка. Ай, как не хочется, да? Ой, все, 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 все. Сам себя похоронил. Ну что, Бонитозавр, твоя секунда славы. Вылупляй. Бэмс. Ну, как-то так. Неплохо, я тебе скажу. Но еще два поединочка у нас впереди, поэтому не расслабляемся. Кто на этот раз? Тропиогнат и Лимносцелис. Здесь, я думаю, одного Пеликанептерикса будет за глаза и за уши. Погнали. Просто порвем сейчас. Этого с удара, второго тоже с удара. На тебе. Ну и что ты вышел? 3-4 к атаке. Что ты вышел-то? Шипит там еще что-то. На. Все, до свидания. Так, и последний у нас остается бой. Последний поединочек. И здесь у нас Маюнгозавр и Бонитозавр. Ты серьезно? Вот этих вот двух архарусов я беру, и они просто рвут. Даже один алангозавр здесь справится. Понимаешь? Потому что этого вырубаем сразу же с тобой. А Бонитозавр, ну, сам понимаешь. У него слабость против хищников. И здесь он ничегошеньки не сделает. На. Пока. Обожаю такие легкие победы. Обожаю. Халява, грубо говоря. Ну что, ребята, забираем с тобой. Что, мы ради хавчика же дрались? Еда мне нужна, я не откажусь. По 42 500. Нормально. Не очень много, но хватит. И еще очки доверия, 130 в придачу. Плюс вот здесь вот мы с тобой забираем. Еще и тут. Так, теперь нам нужно с тобой что сделать? ПВПшки 3 на любой арене. Ну, поехали. Раз, два. Раз, два и три. Вперед. Я даже здесь, ребят, не парюсь. Понимаешь, да? Просто сыграть 3 поединка. Ты, смотри, пещерников взял, да? Под моих, прям прикинь, под моих всех подставился. Ой, дурилка. Ну давай влупим. Ему так не понравилось. Так ему сейчас обидно, наверное, да? Ну и что ты заерзал? Что заерзал? Не хватит тебе, парень. Не хватит. Так, и вот так сделаем. Goodbye. Так, ну что, парень, тебе нужно в любом случае 2 атаки твои тратить. Да-да. Ты будешь тратить? Да, он будет тратить. Ну что же. Отлично. Раз-два, раз-раз.
Архиофицион. 80 к атаке. По-моему, ему крышка. Да. До свидания. Мы будем по тебе не скучать. Вообще легко. Ну что, первый поединок, ребята, у нас прошел довольно неплохо. Так, у нас же еще рулетка же здесь будет, да? Ну давай, крутанем. Лишь бы игра только не влетала во время этой рулетки. Что она, кстати, чаще всего и делает. Хавчик, конечно, хавчик. Ну и еще разочек крутанем. А вот что-нибудь посолиднее выпадет нам. Нет, опять еда. Ну что, тогда давай следующий поединок с модами. Давай с модами сыграем. Возьмем так, так и вот так. По модам возьмем пронзающий укус, прочную кожу. В общем, чего у нас больше всего, того и возьмем. И плюс вмешательство. Поехали. Сейчас против нас каких-нибудь топовых возьмут. Ёк-макар... Трындец. Так, а у него еще это... Бодрость. Да. Еще и кровожадность. Блин, этот укус... Твою налево. Берем бонус. Ну что ты там дергаешься? Дунклястей, а? Решил все-таки атаковать, да? Еще вот это вот кровотечение, которое он повесил, сейчас будет отнимать у меня здоровье. Понял? Тут-то вот и оно. Ну что, влупим? Хотя вот это у нас больше бомбит. А, ладно, поехали. Да, хотелось бы, конечно, посолиднее еще. Он сейчас ушатает нас. Да, ребята, он нас уничтожает. Ну, ромалиозавр здесь вообще не котируется. Вообще никак не котируется. Не пробьем, ребят. Паршиво дело идет. Так, 225 к атаке. Неужели сейчас все сливать будет? Точно, ребята, и добьет своим вот этой вот фигней. Фигово мы подрались тут на самом деле. Вот с модами вообще какая-то жесть происходит. Да мне не справиться никак. Все тут трындец, ребят. Фигли он взял 34-го, 35-го уровня. Что это за пугало огородное? Впервые раз такое вижу. Аммонит? А, слушай, у меня же есть аммонит, но он, правда, не прокачанный. Ну, тут нам крышка, ты посмотри. 459 к атаке. Все. Даже кожа нам, по-моему, прочная не поможет здесь. Помогла? Помогла, ну толку-то мне от этого. Толку-то мне от этого, да, ребят? Да ладно. Чудом каким-то уничтожил. Ну все, ребята, а тут выходит мегалодон. И вот тут-то нас... Прочная кожа всего на один ход действует. Если бы на два или на постоянку бы, тогда да, а тут сейчас пробьет. Это у нас был второй поединок. Нам нужно еще... Точнее, второй ПВП. Нам нужно еще одно. И с тобой забираем ежедневные все награды после этого. Или мы уже можем забрать? Нет? Нет, не можем.
А чего тут показывает, что у меня кто-то новенький? Я в упор, ребят, не вижу, чтобы кто-то новенький у меня появился. Свистунка какого-то наяривают. Так, ладно. Еще один поединок. Вот же у меня аммонит. Или кто он? Да, аммонит. Так, ПВПшка. Давай, наверное, обычную сделаем с тобой. Раз, два, три. Надо, кстати, геликоприона скрещивать. У меня их накопилось там приличное количество. И надо, чтобы у нас кто-то хоть был еще из водной стихии. Так, у нас... Ну, тут преимущество, тут хорошо. Артакон сейчас в... А, мы еще и не первые ходим, понял. Будет меняться, скорее всего. Или бонусы брать, одно из двух. Все-таки поменялся. Так, поменялся, да? Геликоприон. Давай так сделаем. Будет сливать он свои очки все или нет? Ну, вот так вот он даже сделал. Кажется, глупо как-то. Так, не понял, Архирул... Мне показалось, что Архилон вроде хотел что-то там сделать. Ну что, я, наверное, пропишу тогда. Ай-яй-яй. Будет меняться, да? Все-таки поменялся. Я тоже меняюсь. И делаю вот так вот. 6. Два очка, два очка-то он, наверное, сольет, мне кажется. Четыре. Четыре очка действия слил, два у него остается. Ну что, ребят, надо как-то... Два у него остается. Два. Вот так попробуем. Ага, раскололи. Давай следующего сюда. Давай, давай, что ты там будешь делать? Пропустил ход. Пропустил, друзья мои, он ход. Раз, два, три. Раз, два. Вот так вот я тоже сделаю. Ага. 6. Колись давай. Нет, ребят, не пробьет. Я же говорил, не пробьет. Но зато он все слил. Абсолютно все, ребят, поэтому нам нужно сделать что? Следующим образом. Раз, два. Ту-ту-ту-ту-ту. Раз, два, три и раз. Ну, кранозавру все. А, плезавру крышка, ребят. Если он даже 4 атаки сделает, я все равно выдержу удар на 153, который он может нанести. Ну, а дальше контратака и все. Вот об этом я тебе говорил. Пока. Плеозавр, до свидания. Вот как-то таким образом. Я считаю, неплохо отыграли, ребята. Заслужили мы с тобой забрать наш ежедневный пак. У него еще такой этот, я не пойму, что это такое у него. Какая-то пластина, то ли над головой, да, над... Фиг знает. Блин, суперловцыха. Приз любителя. Рядышка была. Ну, 75 ДНК. И еще разочек крутанем. Последний уже.
Эх, почему не на аммоните это остановилось-то? Ну, господи, ну... Забираем наш пак, открываем и смотрим. ДНК, еда, 40 долларов и монеты. Плюс 95 очков доверий. Так, и здесь с тобой тоже забираем. Ну что, друзья мои, все. На сегодня мы неплохо поиграли. Нормально у нас все получилось. Можно со спокойной душой, как говорится, закругляться. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.